очередным разгромным счетом завершилась игра футбольных команд «Металлург Видное» и спортивной школы Олимпийского резерва «Клин». Встреча проходила в рамках чемпионата Московской области. Три раза за игру над футбольным полем разлетался победный крик. И каждый раз после того, как видновские футболисты забивали очередной гол в ворота соперника из подмосковного «Клина». Судя по всему, вместе с мотобольной командой «Металлург» у жителей Ленинского городского округа появился новый объект для спортивной гордости – футбольный клуб «Металлург Видное». Из 7 игр чемпионата видновчане только одну сыграли в ничью. Во всех остальных уверенно победили, не давая сопернику шанса забить ответный мяч. Это большая заслуга обороны всей команды. Начиная от нападающих, у нас оборона начинается от нападающих до вратаря. Как бы. Мы стараемся играть на ноль каждую игру, потому что это очень важно. Это и дает уверенности в дальнейших играх. Таким образом, после 8-го тура наши ребята по-прежнему занимают лидерские позиции в турнирной таблице, уступая только одно очко футбольному клубу «Красное знамя» из Ногинска. Очная встреча двух сильнейших команд состоится 8 июня.